теперь мы пришли. Красивые. Зайдем вовнутрь. Говорят, там есть источник. Не знаю, освященная вода или нет. Но точно лечебная. Ух ты, как тут. Интересно, тут можно снимать или нет? А? Ладно, Господи, прости меня. Часовенка, ребята. Энергетика тут вот меняется. Просто с улицы заходишь, здесь стоит скамейка, на которую я села. Жалко, что не передается энергетика. Так. И пошли на территорию храма. О, монастыря, вернее. Вход в собор. Чистенько. Смотровая, но на нее на обратном пути зайдем. Вот она, эта часовая.